Всем привет! Вы на канале «Жизнь с цветами и без». Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать всех своих постоянных зрителей и тех, кто случайно зашел на мой канал. Ребята, это утро. Утро в поселке Новомихайловском, Туапсинский район. Вот так из-за горы встает у нас солнце. День обалденный сегодня будет. У нас уже, наверное, неделю держится погода, ну, плюс-минус, плюс 15. Ну, в общем, плюс 15. Я чистила свои клумбы у подъезда, поэтому не показывала вам никакое видео. А сегодня видео покажу обязательно. И на это есть у меня причинка. Да, кстати, вот кто давно со мной видел, я ивушку показывала, как ставила в воду. Она уже совсем-совсем распустилась. Уже и цветет. Корней полно. Но я ее, скорее всего, сегодня в грунт воткну. Пусть растет, если приживется. А буду я сегодня сажать вот что. Смотрите, какая красота. Это лесные примулы. Вот на тех горах они растут. Ну, вернее, так скажем, росли. Теперь будут расти у меня. Сейчас все горы усыпаны примулами, первоцветами, анемонами. А еще какой же там цветок-то, господи, морозниками. Ну, морозники я вам тоже показывала. Но сегодня еще морозник покажу. У меня в палисаднике растет. А это лесные примулки. Вот. Откуда цветочки? Из леса вестимо. Друзей попросила, они привезли. А я их посажу в свои клумбы. Кстати, они съедобные. И не только для животных. Вот цветочки можно в салатик. А их детвора и так ест. По клубам бегает, обрывает и ест. Или в лесу ест. Там столько витаминчиков. А листья, вот когда цветы отцветут, будут листья большими. Причем все лето будут листья большие, и как украшение клумбы стоит зелень. Вот из листьев делают, ну, по-русски сказать, голубцы, ну, а по-местному здесь, по-армянски, долма. Вот шикарная долма получается из этих листьев. Так что имейте в виду, если приедете весной, можно покушать цветочков, а летом можно попробовать долму из листьев. Пятый класс, молчит звонок, апрельский луч упал на стены. Как долго тянется урок, впервые ждешь ты перемен. Сидишь за партой у окна, глядишь тревожно и туманно, а за окном стоит весна, а за окном стоит весна, весна. По имени Светлана. Ну вот так выглядят мои чищенные грядки в последний календарный день зимы, 29 февраля. Вот здесь я хочу посадить примулки. На этой грядке, помимо того, что я все выгребла и убрала сухое, надо еще вот зеленую травку убирать. Но я не тороплюсь, без фанатизма, по чуть-чуть выдеру. Так, сразу возникнет вопрос: Света, а что ты тут сама все убираешь? Нет, не сама. Ну, иногда сама, иногда нет. В этом году вот эту грядку мне помогла почистить моя соседка Надя вот с первого этажа. Ой, заодно покажу вам нарциссы. Смотрите, они уже готовы к цветению. Повторюсь, 29 февраля. Высокосный год. Ну вот, вот они, красавчики. Вот они, красавчики. Такая грядка у дома моего подъезда.
убираю грядки, а мои окна с той стороны. Но здесь еще будет побелка бордюров, покраска лавочек. В общем, ну и эту грядку мне помогла почистить моя соседка сверху. Ну, с этим я справлялась сама. Вот, кстати, я вам обещала показать. Морозник цветет. Здесь нарциссы другого сорта. И они еще, ну, поменьше. Вот начинают уже зацветать лютики. Оно бы тут, может, и раньше бы зацвело. Но клумба находится под домом. И здесь дом. Там он уже солнце вылезло. Тень от дома. Ну, если будет настроение, желание, сбегаю в соседний дом. Покажу вам там грядки. Там грядки намного веселей. Потому что там не такая тень от дома. Вот он еще, морозник красивый. Вот он, мой двор. И здесь почистила. Ну, в общем, как-то так все это выглядит. В общем, два подъезда вычищено. Какие у нас сосны. Еще сосны тень дают. А небо какое голубое. Какое небо голубое. Какое небо голубое. Если вышла во двор, то обязательно благотворительностью занимаюсь. Кормлю дворовых котов. Они меня знают уже по голосу. Вышла, сказала: «Банда, вы где?» И они все тут как тут. Это у меня стол для белых котов. Ну, есть же белые люди. И тут у меня белый котик с красивыми голубыми глазками. Кто-то сейчас спросит: да он же породистый домашний. Нет, ребята, этот котик дворовый. Когда-то молоденьким приблудился. Уже 2 года живет у нас во дворе. Красивый, но он дикий. Мне дается гладиться, потому что кормлю. А так особо никому на руки не идет. Пришла в соседний двор. Думала, а что откладывать? Это я сейчас наработаюсь на грядке. Мне станет лень идти уставшей. Думаю, пойду я сейчас поснимаю цветы в соседнем дворе. Ну, здесь клумбы вообще шикарные. Вот. Но здесь женщины поактивнее, пенсионерки. Молодцы. Смотрите, как красиво. Примулки. Лесные примулки у нас и в дворах растут. С удовольствием люди сажают. Так, надо ж помедленнее показывать, правильно? То ли хвастаюсь, то ли дразню вас, то ли радую. Да, наверное, все сразу. Вот, кстати, если вы увидите, где продаются примулки обычные лесные, покупайте их. Вот эти вот, которые продаются... Гибриды примулки, о, ирисы уже, они 1-2 года и вырождаются. А вот эти лесные примулки, вот эти лесные, они у вас на всю жизнь останутся. Смотрите, какая красота. И это прошлогодняя. Ну, я же говорю, здесь двор посолнечней. Крокусы, крокусы, крокусы. Красиво. Обалдеть. Обалдеть. И беленькие крокусы. Ну, это ж вообще... У нас очень-очень теплая в этом году зима. Я же говорю... Ой. Выронила коробку. Смотрите. 29 февраля. Обалдеть. Туапсинский район, поселок Новомихайловский. Повторяюсь. Но не каждый год
Такая теплая весна. Не каждый. Бывает и март. Со снежком таким легоньким. Снежинки 3. Ой, как же красиво. И здесь уже начинается цветение. Красота. Красота. Хошь не хошь, а весна идет. Весна идет. Весне дорогу. Вот, а что там беленькое, интересно? Цветет. Угу. Название не знаю. Название не помню. Гортензия. Смотрите, какие уже у нее пучки. Здрасте. Я тоже название не знаю. Смотрите. Вот та грядка была на солнце. Вот на ней больше цветов. А здесь чуть-чуть тенечек и уже меньше цветов. Ну, со мной пытаются разговаривать жильцы дома в окно. Я поздоровалась и убежала. Вон ой, палец залез поснимать. Ой, какая красота. Так, а вот еще вот такой цветочек. Смотрите. Красотень. Ну, этот морозник у нас везде и всюду. О, вьюнки варигатные цветут. Их еще балеринки называют. Очень красиво. Вот еще какое-то растение начинает расцветать. Не знаю названия. А вот этот кустик я вам зимой показывала. Он и зимой цвел. Только были помельче и поменьше цветочков. А сейчас смотрите, какой красивый. Название не знаю. Таких кустов у нас в поселке не очень много. Может, кто-то узнает, что это за растение. И оно ароматно пахнет. Прям пахнет, пахнет. Красота! Так, ну ладно. Пошла я в гараж за инструментом и буду высаживать свои примулки. До гаража не дошла. Еще одно увидела. Цветущее растение. Обалдеть. Обалдеть. Ну, сейчас каждый день начнет что-то распускаться, что-то цвести и приносить нам радость. Вот такая красота. Забежала еще в один соседний двор. Как-то я вам уже показывала китайскую айву. Не знаю, наверное, недели две назад тогда только распускалась, а сейчас уже полностью распустилась. Научного названия не знаю, но у нас ее называют китайская айва. Смотрите, какая красотка, правда? Для вас прошло 2 секунды, а для меня 2 часа. Вроде бы и работы не видно, но надолбалась, наколупалась, называется. Вот посадила здесь клумбочку из розовых. Идешь? Или ты кого идешь гонять? К собаку? Там собаку пошли выгуливать. Отвлеклась. Вот здесь посадила все розовенькие. Тут кума моя увидела, что я цветочки сажаю. Посади розовенькие, фиолетовенькие вместе. Я к тебе приеду, чтобы с другими не путать, было где выкопать. Да-да, вот таким противным голосом. А я вот думаю и советуюсь с вами. Давать ей розовые цветочки или нет? Она нас всю зиму кормила завтраками, да?
Пришлю тебе видео, чтобы ты показала на ютубе мои цветочки. И фиг вам называется. А у меня тут же спрашивает. Розовенькие цветочки. Примулки. Господи, уже до того зарапортовала, еще название не помню. Ну, здесь вот чуть-чуть посадила. Траву тут так и не начала дергать. А здесь вот эти две грядки. Тут и было мало травы, но я ее выдернула. И вот подсадила, где пропали. И здесь поподсаживала. Ну, конечно, еще плохо видно. Но я думаю, что как будут просыпаться посильней. Еще земля холодная. Тогда я вам покажу всю цветущую клумбу. Кто молодец? Я молодец. Как что-нибудь сделаю в детстве. Я говорю, ба, я молодец. Она говорит, молодец, белявец. А Биля молодца, сам как овца. Так бабушка шутила на кубанском языке. Так, и здесь. Ну, буквально тоже вон подсадила капельку. Они здесь когда-то были. Ну, их повытаптывали, что наводнением снесло. И вот эту клумбу я тоже травку, где была мелкая, повыдирала. Так, наверное, еще вот так покажу вам. Вот, с этой стороны эта клумба. Наверное, лучше видно будет. Наверное, а там как будет. А, еще вон начеренковала розочек, воткнула в грунт. Ну, выйдут, не выйдут. Куплю, подсажу. Господи, что нам строит? Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить, да? Это я уже так устала. Уже набор слов. А бы что говорить? Ладно, все. Пошла я в гараж. Отнесу свой инструмент. Ящик, выкину мусор. И пойду домой. Монтировать вам видео. О, поприветствую вас. Это я. Это моя тень. Не дошла до гаража. Увидела барвинок. Цветет. Думаю, покажу вам еще барвинок. И здесь такая полянка прям красивая. Красивая. Сколько их тут много. Но у нас барвинок всю зиму. Он даже не исчезает. Вон. Так, ладно. Хотел сказать, дальше лезть не буду, а сама иду. Тут еще не чищено. Да, чистят. А, вот и тут примулки. Красота. Это мой же дом. Мой же двор. Вот там я котов кормлю. А это еще после наводнения не вывезли мусор. Так. И здесь примулки. Тоже лесные люди принесли. Посадили. Во. Тоже мой муж делал такие красивые вазочки. Когда-то это было актуально. Барвінок в'ється, за нею Іванко, як барвінок в'ється. Я сьогодні додому не дійду. О, виділа, от у нас алича вся в цвіту. Напомню, 29 февраля. Посілок Новомихайловський, Туапсинський район. Смотрите. Облако цветет. Это я через мост перешла. Вот он мост. Вон он мой. Где он, господи, не пойму. А, ну да, вон он мой дом. А вот речка вонючка, переплюйка, которая затапливает весь поселок. Смотрите, какая она сейчас мелкая. Вообще. А как она углублена. Ну, правда, по речке уже деревья поросли.
какая высота и вот сколько воды бывает, когда несколько дней непрерывно идут дожди, либо выпадут смерчи. Ладно, не будем на этом заострять внимание. Заострим внимание, что все-таки весна. И вот такая красота. И на этой веселой, праздничной, можно сказать, минуте я желаю вам и вашим цветочкам процветания. И помните, что все будет хорошо. Вот даже не сомневайтесь, я это точно знаю, потому что по-другому просто быть не может. Весна нас сделает другими. Все так легко и как-то странно. А у моей весны есть имя. Мою весну зовут Светлана. А у моей весны есть имя. Мою весну зовут Светлана. Весна капризная девчонка. И ветер пропоет с досадой. В молоденьких листочках тонких ее хочу, ее не надо. В молоденьких листочках тонких ее хочу, ее не надо.